Поиски двух человек, провалившихся вместе с автобусом в шахту золотого рудника в Павлодарской области, продолжаются. Тела двоих уже подняли на поверхность. Минувшей ночью на шахте «Майкаин-Золото» в Баянаульском районе произошла авария. В огромную яму очистное сооружение провалился автобус, внутри которого находились три спасателя и водитель. Все они сотрудники «Майкаин-Золото» и ехали на вызов в половине второго ночи. Размер ямы в несколько многоэтажек, ширина 500 метров, а глубина 150. Транспорт моментально засыпало землей и камнями. По данным ДЧС, произошло обрушение грунта, но сложно было заметить из-за темного времени суток. Сейчас на месте работают спасатели, и чтобы обезопасить их жизни, проведены мероприятия по расчистке и укреплению краев обвала. Аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших продолжаются. Найдены уже два тела погибших. В аварийных спасательных работах участвуют спасатели Павлодарской области, спасатели военизированных аварийно-спасательных служб, местные исполнительные органы. Всего участвует 73 человека, 17 единиц техники.